Так, ну я снова зашел. Спасибо. И вижу, как что гелем, город снова замело. Гелем, да. Гелем. В очередной раз. Замело настолько, что фундамент, да и стены здания превратились в один большой сугроб. Кирпич тоже завалило снегом. Как видите, здания стоят, все нормально, застройщик никого не наебал. А вот здесь, как вы можете, наверное, заметить, специальный подогрев у окон. Поэтому здесь немножечко светлее возле окон область, чем остальная часть этого здания. Не, ну, а Ленин-то, в принципе, стоит, и он вообще хуй класть хотел, свой огромный, и на вот эти все погодные условия он, ну, видимо, тоже с подогревом встроенным. А сейчас, ребята, сбудется мечта многих моих зрителей, без сомнения, а именно то, что я получу пизды от администратора. Блин. Опа, привет. Камера номер один. Камера номер два. Не дошел. Вопросительный знак. Ты нарушил правила Крофтер П, то что убил в многоэтажке. Тем более там был свидетель, это считается камера. А там камера была. Да? Да, она там была. А, ну ладно тогда. То есть признаешь, да? Ну да, а что делать? Ну хотя бы за то, что он признал, можно ему по минимуму дать. А, там все равно. Да, там минимум это уже. А, чем больше? Хорошо, спасибо. Ну вот мне и дали пизды. Да, вот таким вот не особо замысловатым способом я решил разбавить вступление в этой части. Я послушно отсидел весь свой заработанный честно джайл, так что не ругайтесь, пожалуйста, в комментах. Ну а теперь перейдем к тому, что будет в ролике. Сегодня я снова буду наказывать идиотов, но теперь по другому сценарию. По прошлым выпускам вы, наверное, привыкли, что я захожу на сервак и вижу чела, который уже в процессе того, что выполняет какую-то херню или же нарушает правила. Прикол в том, что сегодняшние поиски у нас будут на живца, и тем более сами нарушители будут первые подавать на меня ЖБ. А что из этого выйдет, посмотрите далее в ролике. Я играл на своем сервере Беброград, IP и группа будет в описании. Раскидали, блять, потом за вами убирать все это. Стоять, блять, иди сюда. Ну вряд ли, если меня чел так зовет, то он хочет рассказать о том, как прошел его день. Иди сюда, вот к этой стене встал. Я когда записывал, я так и не понял, почему именно к этой стене, там же их было две. Почему именно это? Так, не поворачиваемся. Давай 30 тысяч на пол. Ты заебал, какие 30 тысяч? 30 тысяч на пол встал. Ой, блядь, сдал. У тебя есть, я проверил твой кошелек. Давай 30 тысяч. Да у меня копейки останутся. Заебал. Давай, давай. 30 тысяч на пол. Вот мне интересно на тот момент было, что он еще от меня хотел. О жизни поговорить, может быть, спросить ДЗ на завтра. ХЗ вообще, я ему деньги скинул, что он от меня еще хочет? Стоять, блядь, куда ты идешь, нахуй, я стоять. Я тебе отдал 30. Я тебе отдал 30, что, ёбнулся, что ли? Что ты еще от меня хочешь? Что мне, блядь, надо было еще ему? Чечетку, сука, сплясать? Это единственное его требование было. Фир РП, блядь. Ща будет имба после этого. Эй. Я тоже позову. Хорошо. Давай. Фер, здравствуйте. Нахуй ты побежал? Я, короче, его граблю на 30 тысяч. Он говорит, у меня копейки останутся, заебал и просто съебывает. Так и не скинув деньги. А, нахуй, да? Ты так делаешь? А ты уверен в своих словах? Теперь твои интересы пошли. Бля. Я обосрался. Не надо его. Обман админа. Я обосрался, короче, а он мне передал деньги. Сам признал. Ну, не понимаю. А, ты можешь меня... А, ты модератор. Модератор. Чё, тебя просто, РДМ, бля, просто... Какой РДМ плюс обман? Я просто сказал, я типа не увидел, я не утверждал. Вот. Вот ты признаю прикол. Так я тут при чем? Да,
да нет, да ни при чем, тебя отпускают уже. Все, отпускаю, вот, блин. Сейчас. Все, прощаю. А у меня наказание. А тебя в бан. Да-да-да, у меня бан. Ну отпускай его. Сейчас. Нет, наказ. Отпускай его пока что. А, при тебе? Ну окей, РДМ плюс обман. РДМ это же вроде от трех человек. Слушай, на этом сервере от 1 до 3 человек, тут нет фрикил. Так фрикил у меня же, я же его просто так убил. Вот тут, повторяю, тут нету фрикил. Да? На этом сервере только РДМ и МАСРД. А-а-а, обман почему? Ты в начале разборки наврал. Я этот, я ж не увидел, я ж не специально наврал. А ебать, он теперь такой... Просто обычно все скидывают деньги, а ты мне дал. Так чекать надо. На час, час почили. Тогда за фрикилл без обмана. Без обмана, ну, ладно, тогда просто 25 минут. Нюхай бебру! За что боролся, на то и напоролся. Вот что-то прикольное. Скажи ведь... А, бля, ты же... Он лестишь походит что-то. Ты либо зайди, либо уйди. Ты меня настораживаешь. Окей. Okay. Кстати, больше не пишется это на двери, кто купил или что. Ахазе. Кол, конечно. Окна выйдут. Че, меня даже не ограбить, что ли? Денег. Природа настолько очищается. Лицом к стене. Блять. Накаркал. Сколько у тебя денег, сейчас. Не поворачивайся. Мало. Сколько точно? Сколько? Ну, блять, возьми и глянь. Ты грабитель, а не я. А у тебя ревик был. Выброси ревик пока. Выбор. Лаук Дон. Сука, посмотри, молча. Давай десятку на пол. Сука, вы все, блядь, половину пытаетесь спиздить у меня. Ой, заебал уже. Выкинуть оружие, бросить деньги, передать деньги. Следовай. Свидетель номер один. Дверь открыл свидетель номер два. Кину. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты обратно подбираешь. Обратно скидывай. Скидывай сразу. Все. Раз он настолько привык, голова бандита, что ты не можешь даже убрать скидывай и лежит. Просто за этой двери думаю, что это достаточно, но почему я не могу ему ПРК отомстить за это? Ебать! Я ему в башню дал! Я ему отомстил. Че, он жалобу будет подавать, нет? Грабитель. Голова бандита. Сука, я вооруженного чела ограбил отчаянного. У меня 10к хули мне делать. Грабители получают по заслугам, смотрю, сегодня. Один с меня бабки взял, его в бан выкинуло нахуй. Ну, полчаса бана за 30 тысяч, считай, он нафармил. Другой меня ограбил на десятку и вовремя выхватил
по балде. Я вообще не думал, что так залетит, но с Ревика реально хорошо влетает. Ну, рассказывай. Короче, смотри, данного челика я ограбил, да? Цели на него вот так вот диглом. Типа сказал, выйди, типа, уходи отсюда, ты меня не видел, ты меня не слышишь. В итоге, после чего, там, блядь, ну... Я слышал, как он из двери, блядь, орёт 911, помогите, там, ограбли. И вижу, как он с Ревиком, блядь, стоит, нахуй. Типа, в чем прикол? И потом я начинаю по нему стрелять, потому что он меня хотел убить, блядь. Я оборонял Ревика, но в принципе. Да, он с Ревиком. А в чем жалоба? А, в том, что он меня убил, блядь. Вы, блядь, себе представляете? Горожанин дал пизды. Главе бандитов, и глава бандитов на это жалуется. Я вообще не понял прикол, если я ему, блядь, дом пистолета сказал... Ну в чем претензия? Ты грабил чула с оружием. И что? И чё, блядь? То есть ты серьезно исключаешь тот случай, что тебе могут отомстить? Я тебе сказал, че уйти отсюда. В принципе, с его дома можно. Смотри, как я понял, и удивляешься, что тебе отомстили. Подожди, ну ты ему угрожал и ушел от него, но он решил тебя вот убить за это. Нет, типа он ушел, сказал, уходи отсюда, блядь. А он просто берет Ревик и начинает звонить 911, блядь. Типа, блядь. Меня ограбили, я отомстил. Ну смотри, ну во время того, проблема? Как ты доставал оружие, он на тебя не смотрел? Ну в смысле? Когда им, типа... Смотри, ну если ты от него отвернулся, то он по я сути за дверью может был. Выхватить. Или он зашел за дверь. Был, в он ну, в почему, вышел почему за дверь, бы он... Смотри. А почему, например, не может зайти за дверь и взять оружие? Ты же на него пистолетом не наводишься в это время. Могу. Ну да, можешь, блядь, в чем проблема-то? Сложная система тут. Система, я так и не понял. Я его убил, и он ноет. 10 выхватил. И в голову тоже выхватил пизды. Что сказать? А теперь плачет. Бля. Во-первых, я не плачу, а во-вторых, я просто повезло. А тебе нет. Поплачь. А что ты меня провоцируешь, блядь? Доказательства, и тут я не вижу правил, так что... На что? На то, что я тебя оскорблял, ты меня сейчас провоцируешь, в принципе. Я факт говорю. Ты меня провоцируешь. Что ты плачешь? Где я плакал? Тебя горожанин отпиздил. Тебя главу бандитов. Нахуй ты меня провоцируешь? Вот. Распиздошил горожанин. В хлам. В зюзю. Ты меня сейчас провоцируешь, как бы. Уйди, униженный. А, оскорбление, блядь, что за... Ну я, естественно, это... Погоди, блядь, он меня сейчас провоцирует на... В чем мозг-то? Да, блядь, ты меня униженным. В чем мозг? Он меня униженным назвал. Если ты по факту унижен. Вот он меня сейчас провоцирует. Горожанином. Я лучше пока не закрою эту... Эту жалобу у вас там... Ах, выхах-вахах. Плачь, чтоб плачь. Чтоб вы не словили побольше жалоб, ебанов. Что... Лучше не надо. Стоп, а я ж могу ответную ЖБ подать, раз он такой охуевший? Да, я могу это сделать. Подождите, раз он подал ЖБ, то я могу, в принципе, тоже притянуть, правильно? Правильно, ответная ЖБ. Но если она не окажется такой прям нормальной, то... Ну что поделать, я тоже проебался тогда. Ну, давайте посмотрим, что с этого получится. Я сейчас буду выдвигать претензию, не опираясь на какие-то конкретные правила, но я уверен, что что-то из моей претензии заденет какое-то из правил. Ку, рассказываю ситуацию. Меня грабит матушка. В ходе ограбления он пропускает около 1-2 сведов, которые открывают ДВ, дверь. Я понял. Нарушает ли это что-либо? По идее, да. Свидетели МБ. Свидетели оставлял, что? Когда я его грабил? А, ну да. Нет, я сразу же закрывал дверь. Сразу же закрывал дверь. Подал. А, не видели что-нибудь? Ну, типа, смотри, то есть... Значит, оставил.
Они наполовину немного там отвлекли, я сразу. Он ничего не сделал им. Просто забил хуй ради 10-ек, а потом получил пизды, как позорная собака. Он гражданского. От звездочка, в башню, тупо минус чел был тогда, ебало заболело у него. 1.15. Там же будет лететь, должен быть. Чё должен погодить, правда? Подкупить их, либо угрожать им. 1.15, пизда так, тебе. Так, смотри, я на них наводил пистолет и говорил, уходи отсюда. Пизда тебе, да. Чел. Потом наполовину дверь... Да, у меня есть. Они наполовину дверь открывалась, даже не полностью. По, блядь, прям дверь... А он отрицает, что он упускал свидетелей. В общаге. Если отрицает, то обман. Ничего, ты по факту уходили от тебя, которые видели. Это да, они... Ну да. Там дверь приоткрывалась немного и... Убегали. Вот так вот наставлял пистолетом и говорил, уходи отсюда. Видели и убегали. Дверь до конца открывалась, но не пистолет наводил. Она-то открывалась, но... Смотри, она немного открывалась, что там можно было видеть. В принципе, только его стоящего около стенки нельзя. Банько, иди работай. Он стоял около стенки и до такого радиуса дверь не открывал. Ну, свидетели-то все равно были ведь. Свидетели были. Но я же ему угрожал пистолет, угроза была. Сведы были. Сейчас, секунду, я еще справлю. Похуй на твой пест. А теперь смотрим, как он угрожал свидетелям. Я наоборот сделал звуки игры громче, чтобы вы слышали то, как он им угрожает. Это похоже на угрожающее закрывание дверей. Это как бы угроза. Угроза — это что ты ходишь по планете. Блять, он вообще меня сейчас провоцирует, а это так. Иначе... Заминка. Он меня вообще давно начал провоцировать. Он меня провоцирует на то, чтобы я его сейчас оскорблял при разбор. А тебя не трогает никто. Че тебя трогать? Ты и так тронутый. Горожанином. Вот он еще провоцирует на сколько? На 130 хп. Да, по новым правилам это админ. Запрещено. Стой. Стою. Смотри, меня грабили. Чёлы видят, их выгоняют, но они живы и уходят. Даже не подкуплены. Так я ему угрожал. Типа им пох. Ты с ними должен был по РП с каждым поговорить, чтоб они ни хрена не видели, чтоб они тебя не сдали. Окей, банил его тогда за провокацию. Есть провокация, он меня еще давно начал провоцировать на прошлых разборках. Прошлые разборки ко мне не относятся. Каким образом? На этих он меня сейчас точно провоцирует. Каким образом? Ну таким-то, я получил, тебя пиздили. Меня провоцируешь на то, чтобы я тебя начинал... А ты что, не получил? Или получил мало? Или еще хочешь? Вот он все равно начинает провоцировать. Бухарик, тогда, окей, я согласен с моим баном. Баном его за провокат. Не бань. Да я уже кнопочку почти нажал. Кто тебя провоцирует? Я по факту говорю. Кто тебя отпиздил, гражданский? Тебя разве не отпиздил, гражданский? Все, бань, я не буду обиженного. Тебя. Ну а даже сейчас ты меня сейчас даже провоцирует. Стиой. Ты Биба, понял? Юхай Бэбру. Бэл, я думал, он опять сжает ос-кос-кос. Спасибо. Как прекратить танцевать? Жалоба была закрыта. Спасибо. Сколько ему вообще бан дали, блядь? Сука, они сами на меня ЖБ подают и улетают. Это че за оберег от бана у меня, я не могу понять. Да, советую.
А вот эта пародия на человека, видимо, решила, что если он находится в криминальной зоне, то он может спокойно творить все, что ему вздумается. Увы, он попал не на того игрока. Понял. А, он 5 минут играет всего лишь. 1.6. Нюхай бебру. Пидор конченый, сосач. Но он вряд ли был этим маньяком. Он просто долбоёб, а не маньяк.